Всем привет! Сегодня хотела показать и рассказать быстренько так, кто хочет приехать в Италию, в Рим или провинцию Рима. Да, вот вопрос такой стоит сейчас с 6 августа. Ввели Green Pass, и в ресторанах также, ну, для того, чтобы можно было покушать, они также ввели Green Pass. Вот вы видите, мы сидим на улице, вот наш столик, терраса наш, да? Вот внутри тоже есть столики, но там открыто, вот видите, они стекла сняли, открыто тоже как терраса. Там тоже сидят люди, ни у кого никаких Green Pass'ов не просили, у нас вообще никто ничего не спросил. Вы видите, все люди сидят без масок практически, вот. Ничего сверхъестественного не происходит. Мы находимся в тротории. Тротория, так называется это заведение. Вот в Италии есть разные заведения, где можно покушать. Таверна, тротория, ресторан. В чем отличается тротория от ресторана? Я вам расскажу. В тротории вы обычно меню не найдете, потому что они каждый день готовят что-то особенное, именно типичное из римских блюд, да? Мы находимся в Палестрине, это 35 километров от Рима, пригород Рима. Вот, допустим, вино, да? Вроде обыкновенное вино, вот видите, как они приносят. Это не бутылочное вино, это вино домашнего разлива, очень вкусное, кстати. Вот в тротории вы можете очень даже спокойно заказать себе такое вино. Короче говоря, здесь вы чувствуете себя как дома. И блюда в основном такие, которые обычно римляне делают дома, да? Вот. Также здесь делают пиццу именно по особому римскому рецепту. Она не называется пицца обыкновенная, а пинца. Потом я вам покажу, мы заказали. Вот. И, допустим, сегодня вот я взяла себе рис с особым типом таких креветок, которые есть только в Тиренском и Адриатическом море в Италии. Я вам тоже это все покажу. Вот. Плюс в тротории все свежее. Они покупают все в тот же день, когда и готовят. Ничего не замороженное. Вот. И вот видите, даже по скатертям вы себя ощущаете практически как дома. Вот. Вот, допустим, смотрите, картошку, как они приносят вот в таком друшлаке. Видите, вот такое по-домашнему все. Видите? И чувствуешь себя как дома практически. Так что нет всего этого страха, что вы не сможете покушать в Риме или в провинции. Сможете покушать 100%, потому что террасы есть практически везде. И до октября месяца, в принципе, в Италии хорошая погода, очень жарко, и можно кушать на улице. Так что не происходит ничего такого страшного и сверхъестественного. Вот что представляет из себя пинца. Сейчас покажу, видите? Как пицца, но не совсем прямо так, да. Вот так они приносят, видите, на таком деревянном подносе. Вот такая есть тоже. С ветчиной. Вот такая вот красота. Стоит 9-10 евро. Вот ризотто. Походу рыбка, вот видите, которую я говорила, гамберы, да, эти креветки, вот они, вот такие вот, видите, все измельченное в суп тут, такая красота. Так что тротории вы можете заказать блюда, которые даже когда-то готовили древние римляне. Здесь очень много есть таких рецептов старинных, кстати, очень вкусных, очень сытных. Поэтому зайдите обязательно в тротторию итальянскую, а лучше римскую, и вы приятно удивитесь, какие вкусные блюда есть в Италии.